Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Tower Conquest. Заходим на тренировку и забираем наш отряд. Так, подожди, не то, сейчас бы отправил бы. Опа. Когда у меня прокачается этот парень, а? Скажи-ка мне на милость. Так, забираем награды. 15, это у нас пилон пчелиный. Вот это хорошо, что выпал. Этот мелкий нам нужен, ребята. Его в игре вообще никак не получить. Он только вот так вот в найденных карточках может быть. Все, других вариантов нету. Слушай, ну давай этот отряд возьмем. Нам какая, в принципе, разница. Я беру самый, как говорится, сложный отряд. А этот я считаю сложным отрядом. Поэтому здесь, само собой, молотильщик все сделает как надо. Это даже не успел пикнуть. Копьеносец, паладин, даже ничего не успел сделать. Все или ничего? Ничего. Так, ежедневное испытание, что у нас? Ох, тихо, ребятушки. А жнец-то у меня-то как раз и не прокачан, ведь так? Друзья, а вам не кажется, что сейчас, мы с вами апнем жнеца? М? Нет ни у кого такого ощущения, а у меня есть. А у меня-то как раз есть такое ощущение. Так, нам выдали с тобой определенную команду, да? Я не знаю, может быть, давай я, наверное, возьму призрака здесь и зомби-камикадзе. Какой-то отряд, конечно. Ну, зомби с надгробием. Дорого, конечно, стоит он. Зомби с надгробием плюс зомби-камикадзе. Сейчас посмотрим, ребят. Блин, вышел паладин. Мне нужно успевать зомби с надгробием вызывать, потому что прыгун здесь, ребят, просто-напросто перепрыгнет. У него отражение. Какое в баню отражение у него еще? А, ну он же правильно, он же щиты на себе ставит. Все, был паладин. Ну, что-то мне как-то, ребят, не очень нравится наш зомби с надгробием. У него, ты видел, какая атака? Вообще ни о чем. Ну-ка. О, да. В принципе, больше нет, ребята, смысла там играть. Почему? Потому что я, наверное, что-то попутал, да? Нет, ребят, не попутал, все отлично. Ай, красота! Давно, ребята, я хотел себе. Ты посмотри, как он феерично выглядит. Ай, красота прям. Я много раз против такого дрался, но когда у тебя свой такой, очень приятно. Ребят, я не вижу смысла идти дальше на испытание, потому что, ну, у нас прокачался жнец на фулку. Поэтому идем. Идем, ребята, в обычные поединки. Ага, мы остановились здесь. Король. Так, тут бродяга. Король, бродяга. Король, бродяга, блин. Наверное, этот отряд взять лучше всего. Я не знаю, как дефать. Дефать надо будет бродягу однозначно. Это если только через ползуна. Я думаю, ползун должен справиться, ребят. Ну и же... Так, мы обычно как делали? Выпускали джиггернаута, да? Сейчас выпустим. Угу, теперь выпускаем ниндзю. А теперь мне надо... Ауч! Ой, как он красиво смотрится, друзья. На-ка! Блин,
Блин, бродяга бесявый, а. На. Просто всех забираем с собой. Тут, мне кажется, и король не поможет ему. В клетку короля. Да, вообще шикарно. Ну, жнец. Да, он и так-то был, в принципе, неплох. Но когда он по фулке прокачан, это прям имбище какая-то. Так, сундучок подданных. О. Так, тритон. Богиня солнца. И башня Рочи. Ну что же, ребята, летим дальше, летим дальше. И у нас тут начинается территория роботов. Ниже территория. Так, нефритовая долина. Роботы, опять же. И подданные. То есть две локации с роботами. Две локации с роботами. Блин, тут еще и... А что я переживаю-то? Берем этот отряд и все. Прикрывает у нас голем. Наверное, да? Да, прикрывает голем. Этого я не вижу, ребята, смысла брать. Вот именно из-за этого. Потому что пила, она уничтожит сразу же любого практически. Единственное, что вот так вот сделать на замедление. Вот бесит вот это вот меня, ребят. Вот, просто раздражает. Его пила, у него пилы вылетают только шор. У меня же ни хрена, ребят, не выходит. Не вылетает, как у него, блин, через каждые 3 секунды. Ну посмотри. Ну ты посмотри, блин, а. Блин, приборзел просто. Давай распиливай ему базу. Вот засранец, а. Есть. Фью. Блин, я думал, сейчас будем тут 3 часа елозить. Так, молотильщик, бот, паук. Нет, этот отряд не подходит. Вот этот, да. Этот вообще в самый смак. Почему, друзья? Всадник на журавле зарешает здесь все. Пилы ему не страшны. Паладин выдерживает. Как говорится, несколько атак пил этих. Ему как бы вообще по барабану. А всадник на журавле, естественно, и всех тут расщелкивает. Единственное, что он, да, очень-очень медленный, блин. Большой минус для него. Но тем не менее. Жопу ему здесь, соответственно, никто не прикроет. А мне выставлять нет смысла, ребята. Тут начинается, короче, а? Свистопляски вот эти вот. Все, да выпендривался. Так, пятихаточка. Я могу, в принципе, позвать... друидку, и да, мы и без нее, наверное, я думаю, справимся, да? Ладно, позовем на всякий случай. Почему всадники на журавле? Разве журавли издают такой звук? Как будто индюк какой-то крякает, блин. А не журавль. Хотя я уже и не помню, как журавль кряхтит, если честно. Так, ребят, ну что? Джаггернаут у них. У них джаггернаут. Джаггернаут сопоставим, наверное, ребята, с моим паладином. Хотя нет. Джаггернаут по атаке будет, наверное, сильнее. Но джаггер... Джаггер, как мы знаем, не может, ребят, подбивать воздушные цели. А мой паладин может. Поэтому у паладина есть преимущество в этом плане. А вот когда в стан загоняет, это плохо.
Видишь, что вытворяет гад? Блин, Джиггернаут еще попер. Ну, у меня уже всадник... Ой, всадник на журавле начинает уже бомбить ему базу. Нормально. Еще одного паладина вызываю. И еще одного щитобота. Остается позвать только друидку и все. Хотя, наверное... Нет, позовем, наверное, всадника лучше. Вот заметь, когда у меня крепкие юниты, он что-то свою пилу не выпускает. Он свою пилу не выпускает. Как только у меня какие-нибудь там слабенькие были бы бойцы, он бы мне своей пилой бы просто задолбал бы. Так, хилбот у него. Хилищий бот. Тоже еще та пакость. Тоже еще та пакость. Так, ну тут, наверное, паладина. Ага. Фиг вам называется паладина. Мы тогда с тобой, знаешь, что будем делать? Выпускать баллисту. Прекрасно. Остудите свой пыл, ребятушки. Просто захиливает его, а? Что? 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 Что ты там так... Хилище просто запарил уже. Он хиляет там. Сзади ничего толком не дает нам сделать. И вот так вот этот, блин, бот спортивный, блин, просто, ребята, паладина моего ушатал, прикинь? Просто взял и ушатал паладина. Ну и все, и приплыл парнишка, я могу сказать тебе. Ушатаем базу. Не помогло ему здесь ничего. Не помогло. Так, ребят, последний этап у нас. Ой-ой-ой, термин. Шутки плохи с ним. С термином шутки плохи. У него, конечно, очень дальнобойная атака, ребят, покрывающая очень большую зону взрывами. Сам это прекрасно знаешь. Поэтому я, естественно, беру свой ультовый отряд. А ультовый он, ребята, наверное, по большому счету все-таки из-за ульты. Уж больно топовая тут способность. Ага. Не успел. До свидания. Что, термин даже не выйдет? Тьфу. Лопушок. Он даже не соизволил показаться на глаза нам. Ребята, вот так вот. Ну, тут все это есть. Переходим с тобой на территорию нежити. Значит так, банши плюс голем. Банши плюс голем. Здесь я могу, наверное, позволить себе этим отрядом отыграть. Во-первых, щита... Подожди, не тот взял отряд. Не тот отряд. Ну ладно, в принципе. Блин, тут же голем. Ай! Блин, стерва вышла. Она, интересно, сейчас будет по мне попадать? По... Нет, по базе не достает, слава богу.
Держим, ребят, оборону. Она станет, может. Не забываем об этом. А теперь она больше станет, никого не будет. Больше она станет, никого не будет. Паладин, выходи. Готов. Я еще одного всадника позову. Ну, в принципе, все. А Банши может все-таки воздушной цели, да, станет? Что-то я как-то забыл это. Я думал, что она не может воздушной цели бомбить, а она может, оказывается. Так, блин, прыгун у них здесь. Подожди. Прыгун, голем. Вот этим отрядом тогда придется, наверное, все-таки нам. Нам надо будет дефать именно прыгуна. А с этим справится только, наверное, Джиггернаут. Наверное. Я надеюсь, он сейчас не додумается именно сейчас призвать прыгуна. Ё-моё! Успел! Ху! Видел, как было? Трэш, конечно. Блин, это конечно, жестко. Я уже боюсь кого-то отправлять, потому что я вышел. На нафиг. Голодранец. Так, если что... Да, конечно, ага. Так, это я и пропустил, парень. Замечательно. Да, с прыгуном очень быстро мы среагировали, и получилось все отлично. А так бы нанес урон по базе. Когтистый, банши, значит. И опять же голем, но прыгуна нет. Надо было немножко другой отряд взять. Это бы нам пригодился бы для прыгуна, когда бы он вышел. Слушай, а банши умирает от одного удара нашего ползуна? Я вот, кстати, не проверял. О! О-оу. Тебе не кажется, что энергии бы у него не хватило бы вот сразу бы всех тут вызывать, блин? Свистунка здесь мне втирает, блин. Выпустил одного, другого, блин. Слишком кучерямо как-то он выстраивает армию. А что это мой голем-то встал? Это не мой голем, ребят. Что-то я уже совсем... Перегрелся батенька, видимо. Это вражеский голем стоял в клетке в моей. Так, квест завершен. Лавина. Ну давай заберу. Так, что у нас тут? Здесь уже прыгун. Ох, здесь еще и служитель тьмы. Это фигово, ребят. Блин, фигово, служитель тьмы, он даже... Посмотри, посмотри, сколько наяривает. Видел, сколько он урона нанес? Заморозим пока их. Плюс выпущу жнеца.
Да выеживался. Все, размотали базу. Размотали базу. И последний этап. Здесь у них... Блин, ну тут жнец не особо, ребят, хорош. Почему он, ребят, не особо хорош? Дед, как мы знаем, он оглушает любого противника практически. Поэтому он жнеца, если оглушит, он его быстро добьет. Вот, в принципе, как бы и все, что я хотел сказать. Че, серьезно, что ли? И то, и все. Нормально. Быстренько так вырубили их. Разрушитель. Да, даже не вышел, как всегда. Испугался, ребята. Босяцкий нам показался на глаза. Я не удивлен этому. Очень редко, когда кто-то тебе появится из боссов, ты из него сразу выбиваешь карточку. Ну вот, нефритовая долина пошла, ребят. Блин, одна из таких, как бы тебе сказать, раз, которая просто вымораживает со своими самураями и вообще прочее, прочее, прочее. Отдохни, парень. Что-то меня напрягает, что-то как-то он интенсивно выходит. Ай. Блин, ну на этого-то, конечно, на этого грешно было тратиться, если честно. Но с другой стороны, мы же выстояли. Тут надо поменьше выпускать ниндз, потому что если тигр погибает, и не дай бог, он выпускает свой гнев, свою, так скажем, душу, ярость, она сносит все на своем пути. Поэтому ниндзи здесь вообще не помогут. Да. Вопрос. Тигр очень силен. Именно в атаке, ребят, силен. Блин, я даже не знаю. Именно в атаке силен. Он по хпшкам не очень там бодрый, но... По атаке силен. Да куда у вас такая армада-то выбежала? А вот всадник на журавле против тигра — это вообще топ. Правда, урона не очень много наносить будем, если честно. Слушай, нифига себе, наносит. Ты видел, сколько он нанес урона палочью? Вот так вот, о чем я и говорил. А тут, мне кажется, уже все, шансов у него нету. Половину хп он сносит. Прикинь, половину хп он сносит, плюс его ярость вот эта, которая улетает. Даже нашей друидке снесла половину здоровья. То есть до чего мощная у него атака. Ой, Ронин, ё-моё, а чё, а как мне тут...
Пипец, ребят, вот приплыли, мне кажется. Ничего. И мне делать здесь нечего. Сейчас будем проигрывать. Тут, как говорится, чей Ронин. Серьезно? Мой таки первым вышел, отлично. Хорош. А так надо было, ребята. Это вынужденная мера. Ай, по красоте. До свидания. Нам повезло, ребята, что у него Ронин без гнева был, а наш был в ярости. То есть, как бы, ну, ты понял, да? Это дало нам некое преимущество перед ним. А то так бы все очень плохо бы закончилось бы. Блин, опять тигр. Ну этот отряд совсем сюда, ну, не годится, ребят. Ну совсем от слова, блин. Что тут? Служитель тьмы, он сдует просто. Голем, он не выдержит этой атаки. То есть он просто может наш отряд вот этот весь, ну за исключением голема, конечно же, просто вырубить одним пшиком. Единственное, что я могу попробовать деда вызвать. У него ниндзя, блин. Ну вот так вот, если только. Тигр сейчас завалит. Ну, БФГ-ха это вообще чуть... Пипец какой-то. Вот этих он всех может вырубить просто, ребят, одним залпом. Он это и делает. Ребят, я вам об этом и говорил, блин. Так все сейчас и будет, блин. Все так сейчас и будет, блин, происходить. 47 секунд, я еще даже урона, блин, не нанес. Да дед, ты промахнулся, блин. Ну вот это вот, ну... Да ну нафиг. Беспонтово все, блин. Так и будем. То он нас, то мы его. Блин. Ну и по времени, естественно, я сфейлюсь. Все, 9 секунд. Тут нереально, ребята, не выиграть. Вот, я тебе о чем говорю. Ты заметь, когда у меня там были воздушные цели. Короче, надо нафиг ускоряться, ребята. Это бесполезно уже тут драться. Переигрывать все равно этот этап надо. На 3 звезды не справились. Пипец какой-то, просто, просто трэш. Ну, погнали. Ну а что делать, ребят, нам надо. Я говорю, тигр вот этой своей ультой смертельной, он просто сдувает все. Всех сзади, кто там шел. Ведьму вызывать. Ну, ведьма, да. Ведьма наносит много урона, ребят, но она ватная, он ее.
Тем более вот так есть еще. Ладно, попробуем. Заколебали вот тут лазить. Слушай, а ты ниндзя, ты, блин, оборзела, что ли? Совсем в корень, блин. Пипец, блин. Да что тут происходит-то, блин? Правильно, мой ползун, блин, когда мне надо, чтобы он прыгал. Блин, ну хрен будет, когда тебе прыгать. Еще вытворяет. Пипец. Старые песни о главном, короче. Смотри, когда никого сзади нет. Не, ну там сзади немножко народу. Да. Даже такой отряд, ребята, еле справился, прикинь. А тут как? Тут как быть? Все зависит, ребята, опять же, от Ронина. Мой вышел, как обычно, обосравшийся. А у него вылетит, да? Посмотрим, чей, кто кого. Мой! Мой, друзья мои, Ронин был сильнее, мощнее. Правда, он получил кровотечение, но оно кончилось уже. Отражение ты будешь ставить? Вот. Слушай, ты не зачастила ли, блин, с этими-то, а? Так бы и давно. Швабра подколодная. Все. Ушатали, ребят. Так что, почему я и говорил, что, ребята, терракоши, терракотовая долина, это такая самая пакостная, блин, для меня локация. Самая легкая, это, по-моему, долина подданных. Так, ну что, ребята, территория роботов. Здесь можно и этим отрядом вполне играть против роботов. Так, у него кто тут? Щитоботы. Ну, щитобота мы возьмем на голема. С молотильщиком вместе, я надеюсь. Успеем? Обалденно, блин. А вот это хорошо. А вот это замечательно. Обожаю, когда срабатывает ульта от меня, от не от него. Это просто замечательно, ребят. Да все, выкуси ты уже там. Давай так поставим корни. Готов, хлопчик. Размотали базенку моему. Так, давай дальше смотрим. По-моему, там толкатель будет сейчас, нет? Ага, не толкатель, ребята. А у него тут тоже молотильщик. У него здесь тоже молотильщик. Но... Бамс по башке. Бамс еще раз по башке. Рискую, ребят. Так, хорошо, риски оправдались, ребята. Хе, моя БФГшка быстрее бомбанула. Замедление. Выжили.
Мои ребята выжили, да, немножко хп осталось, но выжили же, главное. Пора брать деда. Пора брать деда. На нафиг. Бумс. Застанил? Все, 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 тут крышка им. Да. По красоте. Пш, это вообще изи. Ребят, вообще изичный этап. Тут бомбер, ну, бомбер, ну что, ну он может, да, не спорю, молотильчика снести. На голема у него мощей не хватит пробить. Так что, а выпускать он будет его первым, насколько я помню. Да-да-да-да. Так, а вот он как сделал, да? Так, ну что, ребятушки, дедушка, наверное, нам понадобится здесь. Не попал ты нифига. Как он запарил, а станет-то? Шансов, по-моему, нету тут. Да? На, нафиг. Получай. Прекрасно. Вот об этом я и говорил. Дед бьет, в стан всех загоняет. Такс. Погнали. Погнали наши вороны. Погнали наши вороны. Да иди ты куда-нибудь в стойло. Иди в стойло. Так, подожди, ну тут уже 250 плюс. Давай так сделаем. Чё мне это дало, блин? Так, ну-ка всех скопом. Блин, не получилось всех скопом. Ну вот, началось, блин. О чем я и говорил, ребят. Еще ползун, выходи. Да ну! Мы что, там не можем отхилять, что ли? Я не пойму. А, у них... О-хо-хо-хо! Друзья, два хилбота там. БФГшек-то откуда столько, блин? Ты посмотри, откуда столько БФГ, ребята? Ну вы чё, чё-то ты тут, парнишка, читеришь по ходу дела, блин. Откуда столько БФГ? У тебя 1000 БФГшек выпустить успел он, блин. Да ты посмотри, что вытворяет гнида, блин. Ты видел, что вытворяет, а? Слушай, меня вот это достало. Время 17 секунд, ребята. Я, ну, не думал я вообще, если честно. Я даже не гадал, что такая фигня может получиться. Четыре секунды, все, фейл. Из-за долбанных этих БФГшек, прикинь. Ну ты согласись. Вот
Согласись, что я прав. Он не мог, ребята, за там за 3 секунды 4 БФГ сразу выпустить. Ну, не мог он выпустить их. 4 БФГ-хи, блин. Но он это сделал. Я сомневаюсь, что он их там успел накопить за такой короткий промежуток времени. Да. Слов просто нет у меня, ребят. Вот серьезно говорю, у меня просто нет слов. У него БФГ-хи бомбят, блин, как я не знаю, как из пушки, блин. Без остановки, просто без остановки, ребята. Херачат и херачат, херачат и херачат, блин. Ладно, теперь моя очередь херачить. Запарили уже скоты, а. Так, друидка, это хорошо. Так, паладин, это тоже хорошо. Ну и всадник на журавле, это прям замечательно. По крайней мере, всадник на журавле не будет, ребята, погибать так быстро от... Сам знаешь, от чего. От пилы вот этого молотильщика, блин. Ну и паладины то же самое. И притянуть вот этого засранца теперь можно. Ага. Че, не понравилось, да? Ай, как без этой, да? Как же вам грустненько-то. Баллисточка-то моя, ай, прожигает. Блин, прожигало все. Смяли мы, ребята, их одним словом. Ушлепки несчастные. А то привыкли, блин, там сидеть. 1000 БФГшек, блин. Это нас не испугает. У нас друидка, мы отхилимся. Смотри, все равно долго стоит, а? В дефе. Смотри. Есть. Прижал. Сурка несчастного. Последний, ребятушки, этапчик у нас. Этапчик последний. Блин, да ладно. Энергии нет, ребят. Так, ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня мы закончим эту серию. Обязательно увидимся в следующей и продолжим играть в Tower Defense. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.